Какие розочки красивые, да? Угу. Там внутри как будто... А, это пыльца. Думала, там жук какой сидит. И это... Кстати, шмелей стало меньше. Как гнездо их уничтожили. Красиво. Пошли клубнику поищу. Зеленая она еще. А вот получше есть, смотри. Опа. О, давай. Это уже поинтереснее. Давай, что поинтереснее. Вот, сейчас подождите, еще сначала нарвем. Она же все равно зеленая. А потом помоем. Она же все равно зеленая. Но уже лучше, чем вчера, да? Ну, мама, она все равно зеленая. Ладно, сейчас порвем. Красота. Там как бы можно, но зачем ты туда пойдешь? Что-то тут приварено как-то. Что там еще, шпатель ты взял, да? Маленькие, да? Зачем большие? Маленькие еще. Что-то тут лежит. Кусочек такой. Это пока что прихвачено только. Туда ключи можно, да? Да тут где-то труба. Вот тут. Ну можно, можно, Лёша. Хочешь, туда сходи? Туда? Можно, можно идти. Я не могу. Оно просто выгинается так. Так, хватит носиться. Только сварили люди. Все, пошлите. Дай, поставьте эту штуку на место. Ребят. Интересненько, да? Где папа там пошел, Леша? Прикольно, вот это будет держаться на боковой части. Так, а это у нас старое крыльцо. А, да кнопку на это все положили. Угу, крылечко. Да, походите, вспомните былые времена. Все, я телепортируюсь. Вот тут в трубе где-то нашли, да? Здесь? Нет. Там? Давай покажу. Что там бибикает? Что такое у вас? Наверное. Ладно, короче, вот тут сколько. Зеленые головы будут кричать. Но. Ну, понятно, хорошо. Так что вот так вот у нас тут. Ну вот, за день они уже поставили 4 столба.
площадку сделали, что ходить можно. И немножко уже стали косаур делать. Так что вот такие дела.